Бетонный завод, который построили по линии ОНО «Евразийская интеграция», выходит на запланированные производственные мощности. В прошлом месяце он выпустил 400 кубометров бетона, а в этом уже более 1000. И это не предел, говорят на предприятии. Здесь планируют производить 3000 кубометров бетона в месяц. Каждые полчаса сюда приезжает машина, в которую загружают бетон. После этого она отправляется на стройку объектов «Евразийской интеграции». Сейчас завод поставляет бетон на строительную площадку средней школы села Ташлык в Григориопольском районе. Доставляют его туда 3 новых автобетоносмесителя. Всего завод закупил 4 таких машины. Это КАМАЗы и немецкий МАН с раздатчиком бетона. Отличие основных этих миксеров в том, что если КАМАЗы – это именно автобетономиксера, которые именно возят бетон, то с МАНом – это наша попытка именно уже войти уже и, скажем так, в область подачи бетонов точечно по объекту. Автобетоносмеситель МАН представлен исполнение с конвейерной лентой, которая подает на высоту до 1 метра бетоны, но очень удобно для заливки фундаментов. Выпускаемый на заводе бетон отвечает всем стандартам качества, говорят на предприятии. Продукция завода завоевывает доверие как среди приднестровских предпринимателей, так и у частных лиц. Мы стараемся цену держать чуть ниже, чем у конкурентов, но при этом всем однозначно стараемся резко не опускать цену общерыночную. Кроме этого, действует гибкая система скидок. На заводе завершается установка автоматической котельной. В будущем она позволит производить бетон зимой. Разрабатывают специалисты и производство керамической плитки. Планируется также наладить стационарную фасовку продукции и закупить еще 4 миксера. Александр Лагутин и Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал.